Битва — это ритуал. Магия помогает мне защититься. Я борюсь с противниками мечом и щитом. Ангелы-воины, владею небесной магией. Этот мир, как я устала от него. Нет в мире оружия, неизвестного мне. Всем доброго времени суток. Здрасте, это я. Добро пожаловать в мир Анкарии. Мы продолжаем с вами играть в замечательную старенькую Sacred Underworld. Sacred Underworld, как вам больше нравится. Я запускаю таймер. Прошлую серию вы приняли хорошо, даже удивительно, как хорошо. Посмотрим, как вы примете эту. Смотрю, стало вызывать я чувство ностальгии своим прохождением. Так что мы с вами продолжаем. Итак, друзья мои, на чем мы с вами остановились? Мы с вами должны отвезти вот этих мужиков в город Порто-Валум, сюда, а по пути выполнить еще 3 задания. Хорошо. Вот, честно говоря, задание про злобных шаманов мне совсем не хотелось бы это выполнять, потому что оно муторное. Ну ладно. О, корова. Так, а я, по-моему, не туда иду. Да. Я иду совсем не туда. Нам нужна дорога. Подожди. Как выйти? Я думала, там можно пройти, а там нельзя. Снова пишу днем, потому что надеюсь, что чуть позже я запишу еще одно видео. На вечер сегодня планы. Мы идем в гости с Дмитрием к моей маме. Немного жизненных историй вам. А вот, поэтому, собственно, пишу днем. Без всяких подсветок и красоты. Но зато вы имеете возможность разглядеть все мои прыщи на лице. Ну вот. Ну, конечно, сейчас будут на нас нападать. Ага. Ой, подожди. А мы не зашли к торговцу, кстати. Это чревато, по-моему. А, нет, мы были у торговца. Все нормально. Совсем забылась я. Да что происходит? Что ты бегаешь, женщина? Так. Мне кажется, в меня прилетает из лука. Мне это не нравится. Совсем. Спокойно. Умер. А все, мужики, вы разобрались, да? Замечательно. Прекрасно. Так, а нашему лакею Жакею плохо. Блин, у меня на самом деле не так много зелий, чтобы ему прям это пичкать. Этим всем. Ну ладно. У меня есть лошадь, но я не особо хочу ей сейчас пользоваться. Ушел. Ушел. Как в том старом меме. Отошел. Да кто? Ну конечно. 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 Бей. Просто бей. Так, я сейчас подойду, и кто-то ляжет. Один маленький лучник. Отправиться в Вальгалу. Да. Хорош! Козлина. Я не буду пока лечиться. Пока не надо. Оно потихонечку восстанавливается. Если сейчас прям хорошо побьют, ну тогда вот уже будем что-то делать. Там за нами шли. Ладно. Так уж и быть. Да куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Ты умрешь сегодня? Спасибо. Ой, сколько дерьма мы напродаем сейчас у торговца. Спокойно. Умер! О, это полезная вещь. Это руна. Руна не наша, но мы потом можем ее обменять. Это замечательно. Потихонечку идем, никуда не спешим. Так, вот этого гаденыша надо сразу кокать. Вот этого гаденыша сразу кокать. Вот так вот, да? Я понял, Богдана не любят, значит. Это потому что шаман. Помирать пора. Он навызывает, что сам тут. А мужик у нас сам сейчас сдохнет, кстати. Я предлагаю сначала наших вот этих друзей отвезти. Вот. А потом уже вернуться на выполнение заданий, которые здесь у нас по пути вывешены.
О, уехал. О, нормально. Плюс опыт. Мужик наш помер. Ну ничего, у нас второй жив, и это хорошо. Да глянь, вы умрете сегодня. А второй не дерется, он так. Чисто где-то здесь в округе бегает. Ну, под меч не лезет, это уже хорошо. Да что такое? Знаешь что, я за тобой не пойду. Подожди. Вот теперь я могу из-за тебя взять. Да откуда вы беретесь? Что за куча мала? Даже не столько деревушка, сколько это самое. Домушка здесь есть такая, с торговцем. А торговец нам нужен, то что мы, во-первых, можем вот это все сбагрить. У меня куча того, что мне не принадлежит. И оно мне как бы только место занимает, поэтому можем получить за это мани. Вот этим, в принципе, я тоже пользоваться не планирую. Поэтому пущай. Мне, кстати, за вами не особо видно. Вы мне тут стоите? Это что? Тоже можно продать. Ну куда? Куда? Ты видишь, я торгую. Ты мешаешь. Спасибо. Спасибо, молодой человек. Так. Значит. Я, как всегда, я по своему пути. Я покупаю зелюшки. Я покупаю зелюшки, и будет несчастье. Кстати, тут лайфхак. Еще раз к нему заходишь? А, нету. Тогда еще раз. Нету. Не работает мой лайфхак. Почему-то с этим торговцем. Что это был за звук? Так. Плюс два. А силы преисподней, это на восстановление, по-моему, да, владение оружием. Ну, давай вот это качнем, магические знания качнем. Новое умение, а что тут? Владение мечом. Владение мечом уже есть вроде бы. Слышь? Ты не охренел ли? О! Голую о чем думали нашу древние боги, одели, когда создавали вас? Умер. О, нормально. Спокойно. Да почему ты не умер-то? Да умри. Да глянь. А я еще не все качнул. Но меня отвлекли, дебилы. Кажется, от моей сногсшибательной красоты у тебя остановилось сердце. Да. Так, подожди, не-не-не. Сила, выносливость, физическая регенерация. Давай регенерацию, пускай побыстрее будет у нас. Что тебе нужно? Для твоего же блага будет лучше. Опа. Если это будет веселее, чем кажется. Стой, падла. Стой, падла. Уже мертв? И стоило на тебя время тратить. Так, у торговца мы все вроде бы скупили. Здесь больше ничего нет. Здесь можно только задания повыполнять. Здесь есть комбо-масть. Подожди. Ты куда? Я просто хочу осмотреть. Есть здесь что-нибудь интересное или нет? Нету. Ладно. Давайте с вами отведем мужика. Отлично. Замечательно. А это олень. Так, ты что меня пнул? Сейчас я, подожди. Сейчас я. И спасибо, что ты мне вызываешь еще. Да, давай. Я же сказала тебе это. Побольше воинов, пожалуйста. Всегда слушай, что говорит женщина. Во, нормально, воинов понавызывал. Мне надо как раз. Спасибо. Оказал мне услугу. Это радует. Давай. Давай. Умирай. Спасибо. Спасибо, добрый орк. Спасибо. О! Как-то я тебя не заметила. О, спасибо. А чё, мужик-то за мной не идет?
Блин. Осторожней. Зеленые паразиты! Командир Ромата из Бельвью пишет, что вы были приняты Молодцы. В нашу армию. Примите это в знак благодарности. А теперь ступайте к укреплениям с другой стороны крепости и поговорите с принцем Валором. Нам сейчас нужны все, кто умеет сражаться или владеет магией. Незадолго до того, как появились вы, на нас снова напали орки, и нам пришлось закрыть портал. Но я задерживаю вас. Идите. Принц Валор не любит долго ждать. Ладно. Хорошо. Я освобожу этого Вилбура из лап орков за соответствующее вознаграждение. И я немедленно отвезу его назад, если не услышу звона золотых монет по возвращении. Так, 4, 3, 5. Вот так возьмем, да? Так, ну что, я могу сейчас, в принципе, лишнее продать, а могу не продавать, а пойти сразу выполнять. Нет, там, кстати, по зельям, кстати, не так все и хорошо. Давай все-таки сходим здесь к торговцу. Возьмем здесь еще, наберем заданий. А вот, потому что здесь еще есть... Где-то тут парень был. Я ненавижу помогать другим. Но на этот раз сделаю исключение. Это просто мое тотемное животное, персонаж этой игры. Просто... Просто мой патронус из Гарри Поттера. Это просто я. Так. О, мужик. Что тебе надо? Хорошо. Я быстренько выполню это задание и вернусь. Так, не забудь приготовить кошелек. Ничто в жизни не дается за даром. Вот это. И вроде как, наверное, все, да? Блин, мне за вами не особо видно. Что за звук? Боже. 47, 42. Ну ладно. Пока не буду. А, так это ты издавал этот звук? Сейчас. Я исправлю это маленькое недоразумение. Так. Что у нас здесь? Вот это, кстати, не с этой складки. Да, мы не стреляем из лука. Я хочу просто посмотреть. А, у нас, значит... Здравствуйте. Мини-гер, будете? Пока нет. Я снимаю. Ага. 81. А здесь у нас 50. Давайте я возьму вот это. Потому что хочу. Что, мне запретите? Я хочу вот эту палку. Чего не могу ее взять? Все, и еще я куплю себе зелий. Потому что зелье это мое все. Я живу на них. Потому что зелье и зе это здоровье. Все логично. Так, кто дерется? Кто дерется? Не надо бить женщину. Кажется, от моей сногсшибательной красоты у тебя остановилось сердце. Я тебя убью. Тетку не бей. Тетку убили. Черт возьми. Ее убили. Надо было ее спасти. Да ты умрешь сегодня или нет? Как-то я очень долго ну тебя что, тыкаю. Помирать пора. Это ты этой тетке сказала? Умирать пора. Замечательно. Ну, мужик, ну извини. Ну, как бы... Благодарю вас, если бы не вы, эти чудовища прикончили бы нас. Кто знает, что бы они сделали с моей дочерью. Твоя дочь умерла. А, она же умерла, да? Да. Померла. Немного. Так. Где-то тут еще было... Да, хорош. Не буду тебя пока убивать. Пока не буду. Повызывай мне пока еще. Ладно. Пора давай. Тебе замолкнуть навсегда. Теперь ты. Спасибо. Так, ну что, идем выполнять задание, ребят. Да хорош. Я иду выполнять задание. А вы не мешаете. Что за дела такие? Так, кстати. Да, Етишкин, пассатишки. Да дайте же мне
сделать хоть шаг без вас. Вот. Так, что тут у меня? Опять все прокачиваюсь и прокачиваюсь. Так, пускай будет. Все, качаюсь и качаюсь, качаюсь и качаюсь, качаюсь и качаюсь. Какой-то кошмар. Силу качну. Так. Блин, мне кажется, что где-то здесь было еще задание. Здравствуйте, что вам надо? Вот, может да. быть, я и не дочь древних богов, но а я здесь? Знаю, как себя порадовать. А это задание обещает быть веселым. Сюда. Господи, они на немецком разговаривают. Так, шаман, не нужно, иди сюда. Только орк мог оказаться настолько глуп, чтобы иди сюда. Встать у меня на давай. Пути. Отлично. Ага. Ну и что вы идете сюда? Вы действительно хотите опиздюлиться? Так-так. Значит, ты тут главный. Приготовься к смерти. Не надо найти где-то еще одного шамана. И будет несчастье. Мы еще можем здесь у торков позвать, потому что у них железо. Два. Надо еще три. Где ваши друзья, ребят? Замечательно, это был гоблин-воин. Мужики. Нет, мне уже не нужны шаманы. Мне уже не нужны шаманы. А, он умер. Нормально. Помер, так сказать. Хорошо. Так. Мне нужны орки. Где? Ты кто? Ты гоблин. Мне нужен гоблин. Я хочу орков. Где они? О! Привет! Убогий орк! Как ты оказался в этих краях? Опачки! Нормуль. Так, я тебя проглядела. И там вроде тоже был орк сверху. Алёсики? Где? О! Привет! Тебя-то я и искала как раз. Так, остался один. Один, совсем один. Да не ты мне нужен, мне нужны орки. Где ваши друзья? Так, это шаман. Шаман мне не нужен. Мне нужен орк. Арушечка. Аркушечка. Где он? Алло. Пацаны, что вы тут? О-о-о-о-о. Во, нормально. Давай. Давай ты умрешь. И отдашь мне это, золото, хочу сказать. Железо. Нормально. Хорошо, можем пойти и вернуть украденное железо. Мы тут пройдем. Хренушки там был. Так, мужик. Да, конечно. Где вы были, когда вы мне были нужны? Ну-ка, объяснишь мне? Что ты мне дал? Что ты мне дал? Что ты мне... Кольцо мне дал. Зачем это кольцо, блин? Куда мне его? Я не фанат ювелирки. Так, до свидания. Пошлите дальше выполнять задание. Так, а что-то я нашла. Что я нашла? Что это? А, парящий демон, ребята. За что боролись? На то и напоролись. Мы нашли твой такую дорогую, нужную мне руну. Уничтожен. Да хватит. Перестань. Сейчас же. Быстро. Умер. И ты тоже. И это была не моя броня, но она была красивая. Парящий демон. Отлично. Куда ты? Ты куда? Замечательно. Теперь мы можем летать, ребят. Сейчас смотрите, смотрите, смотрите. Опа! Вообще нормально. Так, мы с вами летим выполнять задание. Ребята, мы в жопе. Ладно, не такая очень страшная жопа. Такая. Средних размеров. Назвать себя слабаком. Опять жопа. Ну хоть опыт падает. Это замечательно.
Так, подожди, мужик. Вот так вот. О, нормально. Так, здравствуйте. А, это как раз таки тот, которого мы искали. Кончено. Так, мужик. Опять кольцо? Нахрена мне ваши кольца? Я что? Что за свадьба? Так, сияющий свет. А куда светить-то, ребят? А, все, вижу. Вижу, в каком направлении светить, да. Ну, это не страшно, ребят. Это уже не смешно даже как-то. Вы больше раздражаете, ребят. Стой. О чем думали древние боги, когда создавали вас? Я подожду, пока ты подойдешь ко мне сам. Я не буду за тобой бегать. Еще я буду бегать за тобой, чтобы тебя прибить. Где это видно? Так, ага, вижу. Все. Не-не-не-не. Хорошо. Замечательно. Здравствуйте. Не, ну нормально. Стой. Так, и что? Помер. А, это еще не все было? Ничего себе. Я уже не помню это задание просто. Так. Хорошо. Теперь сюда. В этом районе меня больше некому обидеть. Серьезно? Все? Так, теперь что у нас здесь? Значит, давайте качнем физическую регенерацию, но у нас пока... А, там было что-то еще меньше. Вот так. Так, а что тут у нас? Подожди. 6, а здесь 5. Меняем. О, 13. Не пойдет. Такой стильный щит. И такой плохой. Да вы что думаете, что ли? Вы меня напугаете, что ли? Псины сутулые. Еще одна. Так, хорошо. Теперь мы с вами оббегаем вот этот вот эту лесополосу. Пути вот этих ребят отправляем в Вальгалу. Олень! Хорошо. Глянь, как они уже быстро мрут. Вот такая я уже. Крутая женщина. Ну чё? Передай привет про отца. Сейчас. Это ты что мне кричала? Ой, умри, пожалуйста, не позорься. Вот, почти мы вышли. Вот она. И вы еще удивляетесь, что я устала от этого мира? Вы действительно думаете, что вы хорошо закончите? Очень плохо, ребят, что вы так думаете. Это очень печально. Готова поспорить на мамины крылья, что у половины этих крестьян какие-то проблемы. Не надо спорить на мамины крылья, это очевидно. Они живут в Анкаре. Аж у них какие-то проблемы. Так, замечательно. Что теперь мы с вами? Давайте тогда сделаем вот так. Я сейчас перелечу, как бы сокращу себе время путешествия. Что ты мне дала? Так, у тебя тут ничего нет. Так, комбо-мастер. Мне к нему тоже надо. Сначала мы сейчас все сдадим. Все, что нам надо сдать, сдадим. Мужик. И что это все? А. Да. Что за волшебная дверь? Да, можно мне мужика, пожалуйста? Спасибо. Так. Хорошо. Ну что, у нас с вами есть эти самые. Все мы выполнили? Да, тут мы все выполнили. У нас с вами есть... Куда ты? Куда ты, дорогая? Так, у нас с вами что? У нас раз, два, три, четыре, пять. Это моя. Так, и больше там, по-моему... А, они есть еще. Да не видно за вами, ребят, я что делаю? Так, и здесь есть, да? То есть мы сейчас возьмем
оставим здесь себе, значит, разные должны быть, по-моему. 2, 3, 4. И еще возьмем себе. 1, 2, 3. И пускай будет вот это. А это пока пускай лежит здесь у нас. Это что такое у нас? Здесь 4, 5, 6, 8, 6, 8. Все остальное, по-моему, хорошее у меня. Так, комбо-мастер. Я знаете, что хочу? Да, вот 4, хорошо. Я хочу... Не так я это делаю. Вот так. Возьми. Я хочу взять себе это самое. Адский хор нет. А энергетический демон нет. Огненный демон нет. Ядовитый нет. Парящий нет. Пылающий диск. Вот прикольная штука. Мы, наверное, возьмем ее вместо адского хора. Вот так. И еще возьмем. У нас же здесь еще есть. Можем еще обменять. Вот такие манипуляции. Пылающий диск можем, кстати, еще качнуть себе. Что у нее здесь еще есть? Адская сфера. Тоже прикольная штука. Ой. Трепет. Дальше. Силы преисподней. Зов смерти. Шупальца. Демон битвы. Адский хор. Ну, это все у нас уже есть. Так, ну что мы с тобой? У нас с тобой есть энергетический демон, но он как бы не особо я вижу в нем полезность. Давай, может быть, сделаем огненного. Вот так. И вот так. И я сейчас тогда поменяю себе. Я себе сейчас поменяю. Возьму способности. Сюда возьму огненного, да? И где-то у меня вот здесь пылающий диск. Пылающий диск — прикольная штука. Так, мы с тобой это сделали. Теперь нам с тобой осталось сходить куда? Мы с тобой возвращаемся в портовалу. А для этого, как я тебе уже говорила. А что я вообще вот это вот придумываю? Просто вот так перелетаем и все. До свидания, ребят. А кстати, мы в этом городе не выполнили еще 2 задания. Я вспомнила. Еще есть вот это. Я займусь этим, но предупреждаю заранее. И золото должно еще быть готово к моему возвращению. Сейчас, подожди, мы сначала вот эту мадаму, да, отведем. К сестре вернем. Сейчас взяли задание. И вот это задание на боевого медведя мы. Мой клинок будет покрыт кровью, когда я вернусь за наградой. Все хорошо. Так, она дала нам трепет. Хорошо, замечательно. А где он? Где мой трепет? Так, ну через воду сейчас не стоит. Да, боевой медведь. Боевой медведь — это туда же, вон на кладбище, откуда мы начинали. Смотри-ка, что у меня есть. А? Давай, ты умрешь. Давай. Быстренько. Не создавай мне особых проблем. Мишка косолапый. Да давай! Ну давай! Быстрее! Спасибо! Так, ну вот. Теперь с вами идем возвращать задание с боевым медведем. Как раз хорошо. Так, а здесь мы забирали, да, все? Да, блин. Полетели. Не хочу идти, хочу летать. В конце концов, могу себе позволить. Так, возвращаем с вами задание с боевым медведем. До свидания, пацаны. Вот таким... А, так вообще легко. Силы преисподние. Уже второй раз мне дают. Так, ну что? Ты сейчас не поднимешься, да? Подождем таймер. Ага. О, кстати.
Ну, собираем здесь все. Ну, как удобно. Можно было вообще не облетать. Да. Что за магия? Так, теперь сюда. В этом районе меня больше некому обидеть. Я не была бы так в этом уверена. Он как минимум гоблины очень хотят тебя обидеть. Так, и здесь у нас остались с вами два задания. Это задание с картой и задание в старом особняке. Кстати, здравствуйте. Даже несмотря вот на то, что это так же увлекательно, как смотреть что на сохнущую это? Краску, история отдыха, я возьмусь. Что здесь надо сделать? Что здесь надо сделать? Ребята, это что такое? А, куда? Не сюда. Немножечко. История орков. Существа в этих местах такие же жалкие и слабые. Скучно. Ну, они, в принципе, быстро скоро умирают. Тебя пожрут личинки зеленокожей. Гадость. Так, история орков. Нет. Что ты? Умри. Пожалуйста. Они вообще... Проблем перестали создавать. Очень быстро они умирают. Да подожди, я промазываю. А, шаман! Глянь, шаман медленно умирает. Это меня несколько расстраивает. Ну что, пацаны, веселуха. Нате. Скверный гоблин. Компаньон мой. Вам жопу надерет. А, истребитель орков. Это я что, сейчас должна буду орка убить? Привет, пацаны, вообще, ребята. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого в первую очередь надо бить. А, все, он умер. А я переживала что-то, беспокоилась. Пацаны, веселуха. Котека века. Давайте быстрее. Сюда быстрее. О, еще плюс опыт. Спасибо. Существа в этих местах такие же жалкие и слабые. Скучно. Нычка. Подожди. Нычка, говорю. Спасибо. До свидания, милое создание. Не хочу с тобой общаться. Не хочу, ты мне не нравишься совершенно. Абсолютно ты мне не нравишься. Опачки. Так скажем, это сократим дистанцию очень быстро. Я истребила. Действительно истребитель. Ничего не скажешь больше. Так, торгаш. Подожди, где торгаш? От торгаша-то я улетела от торгаша. Ой, ладно, пойдемте задание выполнять. Торгаш торгашом, а задание само себя не выполнит. При каких обстоятельствах? Ну, как быстро с пылающим диском-то это все делать? С пылающим диском, но не с пылающей жопой. Может, кстати, час с вами играю. Я так чувствую, что я буду это все обрезать и очень долго материться. Так, пацаны... Вообще, это не было в моих планах биться с вами. А теперь побежали. Здоров. Привет. До свидания. Не-не-не-не-не. Я быстро бегаю. Все, до свидания. Я спортсменка у мамы. Давайте сразу за картой сходим. Чтобы уже с чистой совестью взять карту и сказать все. На этом мои полномочия все. Ну сколько можно уже снимать? Не-не-не-не-не-не-не-не. До свидули. До свидули. Потерянная карта. Спасибо. Не-не-не, пацаны. Не-не-не. Кстати, Вилбур в той стране. Но мы сегодня с вами вот эти задания выполняем. И все. Заканчиваем на этом.
Потерянная карта. А, все, вспомнила. Так, аптечку бабки. Аптечку бабки. Бабка. Да, господи. Да вообще без проблем, ребят. Хотите мучить жопу, пожалуйста. Я вообще не против. Все. Замечательно. Демон битвы. Спасибо. Очень ценно. Очень надо мне. Даже если бы мне очень захотелось это взять, мне некуда это положить. Да что ж ты такая вредная-то? О, парящий демон. И я уже запомнила, куда они у меня улетают. Так, оп, полетели к торговцу. Все сбагрим. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Не успеет он меня поймать. Так, ну шо, продаем ему все. Забирай. Тоже забирай. О нет, он все-таки нашел меня. Куда ты? Сюда, запрещено. Это же магазин. Бери. 21-14. Меняем, конечно. Вот так. Так, это... Да продай ты, что ты жадничаешь-то? Так, это не мое. 29-18. Меняем. 50-49. Меняем. О! Пожалуйста. 92, а у меня 101. Хм. Подожди, что ты делаешь? Так. Возьмите, пожалуйста. А че, наверное, зря. Там же Вилбур будет. Ему можно будет оружие дать. 6, 8. Продаем. 24, 21. Меняю. А это продаем. 5, 6. Не надо. Продаем. 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 Так, это мы все покупаем. Конечно же. Кстати, вот это тоже можно продать. Это не особо надо, здесь так светло. Но, кстати, вот, честно говоря... О, на коняшку-то. Я бы купила, если честно. Так, 17, нет, нам это не надо. 60. А, ребят, не надо. Оно лучше, чем у меня. 49. Все хорошо. Так. Если честно, меч я все-таки хочу купить, потому что там будет Вилбур. Давайте я его верну назад. Вилбуру нужно будет брать защиту меч, чтобы он мог себя защищать. Так. Хорошо. Что-то качаем. Что-то. Ключевое слово что-то. И здесь качаем. Все отлично. Так, ну что, ребят, давайте заканчивать. Сейчас, подожди, чешется у меня лицо. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком, переходите в описание и смотрите полезные ссылочки. Там вы найдете группу ВКонтакте, а также музыкальные композиции. Если вдруг тут что-то будет, а я думаю, что что-то будет. Увидимся с вами в следующих видео. С вами была Лаванда Рэй. Всем пока-пока.